Так, і ми хочемо перейти до теми Грузії. Ми показували вам відео і фото із вулиць Тбілісі. А скажіть мені, будь ласка, чи є наша гостя? Так. Так, в нас є... Чи виграє вулиця? В Грузії продовжуються протести проти закону про іноагентів. Просто зараз із Тбілісі з нами членкиня руху «Сила в єдності» Лана Гвінджилія. Лана, слава Україні! Героям слава! Гамарджоба! Гамарджоба! Скажіть, Лана, чи ви будете розуміти українською, чи говорити російською? Розуміти, але говорити можу по-англійськи або по-русски. Да? Ну, почти я все розумію. Я вас зараз слухала, я вже почти все розумію. Если не будете понимать, я перейду, потому что у нас омбудсмен мовный запрещает русский язык. Так. А у нас тоже. У нас, да, это правильный закон. У нас тоже такой закон, что если не на государственном языке, должен быть перевод. Так. Это правильно. К сожалению, знаем русский, к большому сожалению, не знаем грузинский, но все еще впереди. Лана, ну я тоді буду українською. Лана, що зараз на вулицях, що відбувається? Чи стихли протести? І яка зараз ситуація от в громадському середовищі, політичному середовищі, опозиції? Що далі буде робити грузинське суспільство? Ну, вы, наверное, знаете, что это вторая попытка нашего правительства вынести этот закон на обсуждение, да не столько на обсуждение, то есть узаконить этот русский закон об иноагентах. В прошлом году эта попытка вызвала очень активный протест среди не только молодежи из гражданского общества, то есть среди большой части населения, и это у них не получилось. То есть протесты были настолько сильными, что правительству и парламенту пришлось как бы отступить. И дело было в том, что тогда они решили, что если этот закон будет рассматриваться по ускоренному методу, есть такая форма закона, когда какой-то закон может по ускоренному плану рассматриваться там за 2 дня, то оппозиция не успеет консолидироваться, не успеет мобилизироваться, и таких больших протестов не будет. Но это вызвало абсолютно противоположную реакцию. В этом году они решили сделать по-другому. То есть поначалу этот закон вынесли не вот этим ускоренным методом, а обычным обсуждением. То есть как бы они продлят этот процесс, чтобы протест как бы затих. То есть люди выпустили пар, и этот процесс затих. Но на самом деле в этом году реакция общественности еще более жесткая. Потому что абсолютно точно, и у нас как бы много publicity на этот счет, и международная медиа об этом писала, когда мы получили в декабре статус кандидата и членов ЕС, это был как бы аванс, и это было дано за то, что население Грузии подтвердило свою проевропейскую, прозападную позицию, когда защитило, то есть не дала правительству принять парламенту принять этот закон. И теперь сразу поступили как бы сигналы не только от неправительственных организаций, их политической оппозиции, то ли от наших международных партнеров. То есть это было сразу. Все послы европейских стран, Европейского Союза, Америки, они абсолютно выступили с абсолютно четкими месседжами по отношению к нашему правительству и парламенту, сказали, что так делать нельзя. Чем дело закончилось вчера? То есть вчера было очень много людей. Надо понимать, что вот такой быстрый протест, это значит, что выходит только столица Грузии, да, то есть люди не успевают приехать откуда-то издалека. И для Тбилиси больше 80 тысяч человек – это очень много. И где-то 60% людей, пришедших на Руставели вчера, это была молодежь. Этот протест, не столько протест, а сам вот этот вот процесс, он был организован не правительственными организациями, политические партии вчера не принимали участие в организации. Но поскольку они все-таки решили и приняли этот закон в первом чтении, сейчас ситуация такая, что никто не собирается отступать. С одной стороны, оппозиции и неправительственные организации, они пока не говорят о плане, что они будут делать.
И правительство как-то пытается продлить этот процесс, и они говорят, что второе слушание будет через 2 недели. Но этому верить нельзя, то есть оно может случиться когда угодно. И поскольку у нашей правящей партии есть большинство в парламенте, они могут провести это второе слушание, когда им заблагорассудится. Но чисто с моей точки зрения, вот как я смотрю на ситуацию, мобилизация людей еще более организована и еще более как бы dedicated, то есть люди гораздо лучше понимают, перед каким риском мы находимся сегодня. Угу. Значит, 2 недели, 2 тижні на те, что... Да, 2 тижні, но это ничего не значит. Они могут сказать 2 недели, и может это случиться когда угодно. То есть политическая оппозиция, партии, гражданские активисты, они должны быть как бы начеку, чтобы среагировать в любой момент. Так, ну дивіться, в нас ситуація в Україні, коли був Майдан, були розстріли, потім почалася окупація в 14-му році повномасштабна. Всі європейські там структури були глибоко занепокоєні, так само занепокоєні зараз, глибоко стурбовані, Європарламент, США і так далі. Ну, але занепокоєння, воно насправді ні до чого не приводить. Це ми з цього, українці, вже сміємося, коли нам кожного дня летять ракети і російські шахеди. Чи розуміють грузини, чи розуміє наш грузинський братній народ, грузинське суспільство, те, що якщо приймається цей закон, це перший шлях до окупації, анексії Грузії? Ну, знаете как, мы все понимаем, что у нас не просто прорусское правительство, у нас правительство, которое как бы логически так видно, что оно управляется из Москвы. То есть несмотря на все сигналы из Евросоюза, несмотря на все эти протесты, они озвучивают точно такие же русские месседжи и русские слоганы, которые были 20 лет назад в России, когда приняли этот закон. То есть... Если вы посмотрите на этот закон, он просто переведен с русского языка. То есть у нас эксперты говорят, что это просто элементарный перевод с какими-то там небольшими включениями. А в этом году они решили поменять название этому закону, чтобы как бы изменить какой-то смысл. И сейчас главный месседж нашего правительства – это то, что почему неправительственные организации боятся прозрачности, боятся accountability или чего-то такого. Но оппозиция все-таки, оппозиции удается не вступать в эти детальные обсуждения закона, которые на самом деле абсолютно непродуктивны. В свое время российская оппозиция и неправительственные организации, они как бы их втянули в обсуждение каких-то деталей этого закона, и потом вот сами знаете, что сейчас получилось, да, вот, как говорится, в России оппозиция либо на кладбище, либо за границей, то есть у другой оппозиции там нет. И все это благодаря закону о иноагентах. Я думаю, что сегодня люди гораздо яснее понимают, какие у нас перспективы с этим законом и куда мы можем скатиться. То есть сейчас ситуация еще более радикальная, чем в прошлом году. Ну, звичайно, з огляду на те, що відбувається в Україні, дуже хотілося, щоб з Росією боролися ми, відстояли демократію і для цивілізованого світу, і для Європи, і для нашої братньої Грузії. І для Грузії. Да, ви знаєте, мабуть, що ми як-то, от наші організації, мої там друзі, колеги, ми дуже близько спілкуємося з посольством України, з українськими організаціями, там організовували всякі різні... ну, как-то пытались помочь по всяким направлениям. Естественно, мотивация тех людей, которые принимают в этом участие, это то, что Украина сейчас борется за нас. То есть на сегодняшний момент, да, даже дело, знаете, дело не в том, что вот многие вспоминают, что в 92-м году, когда у нас была война, у нас были украинские добровольцы, которые воевали на стороне грузин и помогали, и были погибшие, и были герои со стороны Украины. Не в этом дело, понимаете, это моральный... Это вопрос морали. Даже если бы никакие украинцы никогда не помогали Грузии бороться за свою независимость, сегодня в этой ситуации нельзя не быть на стороне Украины.
и надо как бы помогать в меру возможности. Как? Ну, в меру своей возможности. Вот как бы, я думаю, это понятие, это знание все-таки довольно сильно в Грузии на сегодняшний день. Ну, найважливіше, це, що ви кажете, що велика кількість молоді, і що молодь це розуміє, тому що так. Молодь точно не хоче жити, знаете, в Радянському молодежь Союзі. В основном, да, молодежь в основном, та молодежь, которая выходит на улицы, которая либеральна, которая, вот ее так называют, цветная молодежь, такие свободные, либеральные люди, которые там ездят в Европу, где-то учатся, или, может, не учатся, просто проводят время, естественно, все они настроены проукраинские. У нас очень мало, я вот преподаю в университете, и когда встречаю студентов, я фактически не встречала студентов, которые могли бы где-то в обсуждении что-то упомянуть про российское. Я таких студентов не встречала. И, к счастью, не знают русского языка. Нет, не знают русского. Да, это студенты, хорошо. Студенты, вот дети, родившиеся после 90-х годов, после 94-го, 95-го года, фактически русские они не знают. Многие понимают русский язык, там просто как бы выучая его из телевизора, они там что-то понимают, они смотрели мультфильмы или какие-то там детские каналы. Но в основном они не в состоянии общаться на этом языке. Хотя все равно русская пропаганда – это проблема. То есть у нас все еще довольно большой процент населения, который хорошо понимает русский язык. И русская пропаганда на него может влиять. И не только русская. У нас есть много грузинских каналов, которые ретранслируют русские месседжи и там, российские интересы и так далее. Ну, у нас, незважаючи на те, що в нас повномасштабна війна, в нас теж працює російська пропаганда, ну, і ми з цим боремося. Лана, ми вам дуже дякуємо. Від нашої команди Львівської мануфактури новин від Західної України, від Львівщини. Ми з вами. Так, чому важливо, чому ми сьогодні говоримо про Грузію? Тому що Грузія проходить той самий шлях, що і ми. В 2008-му потім ми були наступними. Багато грузинських добровольців першими відгукнулися і воювали, і воюють зараз разом з нашими бійцями, за що ми низько кланяємося і дякуємо. Ну і в нас один шлях в Європу, і ми десь в одній площині координат. Дякую вам, тримайтеся, передавайте вітання від Львова, від Львівщини. Слава Україні! Героям слава! Перемоги, так. Так, це була Лана Гвінджилія, членкиня руху «Сила єдності Грузії». Ми говорили про те, що цього тижня там проросійські сили, уряд хотів проголосувати закон про іноагентів. Бачите, як сказала Лана, один в один скопійований із російських.